смотрели миниатюру «Мужской и женский мир». Или когда устала намекать. Всё. Вот такая вот миниатюра. Кристюш, ты в шоке? Да, видно. По тебе видно. Ну, что делать? Женщины, они такие. Даже в кошачьем виде. Стою, жду мастера. Наконец-то доехала. Все, готово, расплачиваю сейчас. Привет, привет, привет. Ну, наконец-то поздоровалась. Ну что, как вы понимаете, не утро. Не утром я съездила. Каштаны, смотрите, каштан зацвел уже. Все, поменяла диск, поменяла шины. Еду теперь не гремлю. За мной была очередь, два человека. И я так понимаю, что, ну, конечно, основной ажиотаж уже прошел, уже давно все поменяли зимние на летние, но тех, кто не торопится, нас таких много. Не торопится по разным причинам. Белая сирень была, ладно, не повернула так. Ой, аккуратно тут дороги делают. Дороги сузились. Моя, кстати, дома сирень все уже пожухла. Два дня и все. Вот этот, по-моему, с этого куста. Ну, какого-то из этих я. Две штучки. Три. Срезала, и у меня коты прям аж с ума сходили. Ну, реально, запах сирени, конечно, очень ароматный. Так, я еду взять минералочку в магазин. Немножечко прогуляться, наверное. Да, на обратном пути заеду. Туда вон. Погулять, хотя там машин море. Ну что, погода стоит хорошая, естественно. Люди отдыхают как могут, где могут, поскольку это самый доступный отдых. Ой, пылюка, пылюка. Ой, фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас у меня кондей наберет этой пылюки. В общем, еду за минералочкой. Яблок, наверное, возьму. Овощей каких-нибудь. Ну, сейчас посмотрю. В общем, вечерний променад. Время 6. Я еду за туманами. Тут, когда машина не ездит, так птички поют. И сиренюшка. И там, боже, такой аромат неимоверный. Фу, жарко. Все, дела свои все переделала. Минералочку купила, картошку купила, морковку, лук, яблоки. Ну, короче, стандартный набор. Еду в сторону дома. Я сегодня, честно говоря, хотела же съездить и в одну усадьбу, и в другую усадьбу. Ну, короче, я не поставила будильник, и в итоге я проспала. Поэтому все пошло наперекосяк. Там вон шины в новых пакетах. Нужно бы сейчас дома выложить. Убраться там немножечко на балконе.
Ну, в общем, такие хозяйственные дела. А еще сегодня у нас же периодически стригут траву. И дяденька, который стрижет траву, немножечко подстриг того, что я посадила. Немножко смородинки мне подстриг. В общем, не знаю, вырастет ли она от корня. Поставила там палки, чтобы ее не затоптали. Потому что людские стада очень любят вытаптывать все. Ой-ой-ой, кто-то мне прям засообщенил. Все, подышала сиренью. Немножечко опять себе тоже сорвала. Ну, потому что аромат шикарный. Спать в аромате сирени. Все, еду в сторону дома. Будет что интересное, включусь. А вам отличного настроения и хорошего дня. Я дома. Дульсинея. Все, сегодня она вроде как не орет. Но посмотрим до вечера. Утром немножко поела. Но так, кожа да кости. И шерстяка, да? Вообще, маленькая. Маленькая девочка. Да? Ты маленькая. Лапоньки такие. Короче, лежит. Жарко им, конечно, жарко. 25 градусов сегодня. Ну, что делать? Тут такая падучая. Ждут кормиться, но кормиться будем через 2 часа. Стараюсь приучить их есть по часам. Ну, сейчас особо не жарко, они не очень-то хотят есть. Но все равно. Дисциплину в курятнике организовываю. Сложила шины. Ну, конечно, все эти пакеты коты подерут со временем. Ну, ничего, набор пакетов 100 рублей у нас стоит, поэтому ничего страшного. Застелила тут старым полотенчиком. Как тут мой огород. У меня зашли один кабачок. Не знаю, попробую его посадить. Помидорчики. А, вот сейчас покажу, как там срезал. Мужик-то мне все. Пришлось палки поставить. Три саженца срезал. Три саженца. Помидорчики такие маленькие, пока не открываю их. На клумбу высажу. Возьму землю, у меня еще там горшки пустые. Тоже высажу. Они, в принципе, такие декоративные, маленькие. Должны быть. Так что с огородом все в порядке. Буду прощаться. Сейчас пойду в душ. Вся мокрая. Жарко. Пойду в душ. Всем отличного настроения. Хорошего дня. Долбанная жара. Я по тебе так скучала. Долбанную жару я люблю больше, чем мороз.